Всем доброго времени суток. Особый привет друзьям, подписчикам канала. Хотелось бы сегодня такой небольшой обзорчик сделать, посвященный, скажем так, моему новому увлечению. Решил я тут что-то блесна собирать. Обзор с комплектующими я тут делал. Начал тут клепать блесна чуть не тоннами. Но оказалось, что не все так просто. Вроде бы все просто. Вот набор комплектующих, сиди, клепай и тому подобное. Но в процессе, скажем так, возникают некоторые нюансы. Вроде собираешь блесну в ванну ее раз, а она не работает. Чего не работает, непонятно. Ага. Начинаешь пробовать, там, ага, центр стяжки немножко сместил, ближе там к лепестку, вроде заработало. Там чуть-чуть там хомутик немножко разогнул, вроде заработало. Там еще одну бусинку докинул, опять вроде заработало. Ну то есть в таком плане. Я не великий специалист в этом деле, я говорю, я только начал, у меня даже круглозубцев нет. То есть я вот клепаю там на коленке, где из чего там, как получится. Сначала пересобирал все китайские блесны, которые у меня там были, которые не работающие. То есть добился вроде как, они вроде как заработали, но заработали они в ванне, да. То есть ванна и речка — это совсем разные вещи. То есть как они будут себя вести там на течение или еще что-то такое. В сезон буду пробовать, буду тестить, то есть где, что, как, и потом уже наиболее, скажем так, удачные модели можно уже будет там дублировать, копировать там, и так далее. Ну и попробовал свои силы в таких вообще-то малюсеньких, так как я блесну меньше нуля в глаза не видел, сколько они у меня там нулей получаются, я не знаю, но работает. Пока я две масеньких собрал, не все так, конечно, аккуратно, как хотелось бы, да, там вот, у меня инструменты там еще соответствующие, так скажем, нет, и навыки еще не те маленькие, там где-то я там проволоки больше намотал, где-то там еще что-то такое, что-то где-то слегка неказистое там, ну, в ванне работает, по крайней мере, что будет дальше, не скажу, там уже, как говорится, вода покажет. Ну, сейчас немножко камеру переставлю, покажу, чего у меня там за кандибоберлось такого. Ну, пожалуй, начнем. Первое, это, скажем так, с чего все началось. Лежало мертвым грузом там энное количество каких-то вертушек, какие-то не работали, какие-то там через раз работали и тому подобное. Ну и просто захотелось их маленько перебрать, посмотреть, изгладить и тому подобное. Первое, с чего начал, это вот я перебрал те вертушки, какие были в наличии, какой там материал у меня был, какие комплектующие, то есть вот такие вот вертушечки, которые вот у меня получились. Это есть пересобрано, то есть где-то что-то, какие-то лепесточки поменял, где-то там обруску поменял, где-то шарик там добавил и тому подобное. Вот в таком плане. Это вот МЭПС двойка, то есть то, что от нее осталось один лепесток. Как в ванне я их пробовал, все в принципе нормально заводятся, нормально работают. Некоторые даже вот у этой лепесточек тяжелый, она заводится, скажем так, ну, не сразу прям, да, но потом даже на медленной проводке она, у нее такая хорошая устойчивая игра. Сюда поставил вот так вот светонакопительную бусинку. Мушки я пока не умею вязать, не знаю, может быть, придется научиться, потому как а вот мелкие начал блесна делать сам уже, который, то есть там мушка — это желательно, а может быть, даже не обязательно. Где-то вот надо будет их еще доработать, нет у меня пока такого нормального инструмента, я даже вот путем не могу, вот, в принципе, где надо откусить там хвостик проволоки, которую там заматывал, где-то тут неаккуратно, где-то, ну, это все нужен навык, то есть так вот просто сесть от балды там, я последний раз проволоку крутил, не знаю, наверное, в школе еще там на уроках труда или вот когда поводки делал, но это маленько другая песня, да, вот в таком плане. Все работают вот из этих, которые не работали, я их, в принципе, перебрал, где-то там центр тяжести сместил, где-то там шарик дополнительный добавил, где-то там хомутик поменял. То есть, ну, добился того, что они работают. Иногда вот берешь, вот блесна, вот, вроде работала,
что за нафиг перестала. А там где-то там ее водил, где-то она там об камень ударилась, где-то еще там раз хомутик куда-то чуть-чуть загнулся. Разогнул, смотришь, все заработало. То есть, как они себя на воде покажут, это будет уже, скажем так, видно. Далее. Анбоксинг я делал, тут с рыбичками мы собирались на каникулах. Пришли комплектующие, я там показывал, лепесточки там, огрузка и тому подобное. Вот из этого всего уже начали появляться те блесны, которые, в принципе, делал уже практически самостоятельно с нуля. Это вот такие вот у меня блеснюшки, все они, в принципе, не очень, скажем так, большие, в районе где-то нуля, может быть, единички. Даже двоек, по-моему, нету. Это вот такие вот блеснюшки, я их делал, скажем так, для своих условий ловли. То есть окунь в основном, ну, может быть, там мелко щук, может, и большой щук. Делал для течения, поэтому вот такие вот лепесточки. То есть в ванне тоже все это работает, все это здорово, все это хорошо. Как покажут они себя на воде, то есть здесь непонятно. Сначала набрал просто кучу комплектующих, которые, как мне казалось, или как кажется, мне нужны. Но сейчас, вот когда уже проверю их на воде, посмотрю, там уже буду конкретно заказывать, какую именно мне огрузку надо, какую именно мне там надо, не знаю, там рассекатели, вот эти вот шарики, это подшипники скольжения, которые, какие именно лепестки нужны. То есть это все будет уже, так скажем, приходить с опытом. Вот эта вот блеснюшка работала, скажем так, плоховато. Пришлось плоскогубцами немножко тут поиграть с лепестком. Где-то подогнуть, где-то отогнуть. То есть, ну, в принципе, заработало. Это вот здесь какая-то старая блесна была, тоже вот пересобрал. Это вот тоже, скажем так, с новых комплектующих, которые пришли. Ну, здесь вот я поставил одинарничек такой. Ну, будем пробовать, будем экспериментировать. Там уже в ходе, скажем так, ходовых испытаний, там уже будет видно, что, где и как. Где что поменять, где что как-то там переделать. Ну, и попробовал свои силы вообще в малюсеньких блеснюшках. Да, кстати, ну, это уже такое делал. Просто пообрывал. Надо мне еще маленько вот таких вот турбинок наделать, да? Я вот такие вот делал, у меня там и видео есть, и где делал, и как ловил и тому подобное. То есть тоже штук несколько себе наделаю. То есть это вот такие вот блеснюшки у меня получились. То попробовал, вот сколько они у меня тут нулей получились, я вам не скажу. То есть это вот одна вот такая, но этот лепесток в районе 2 нулей, блеснюшка. И вот это вообще маленькая какая-то сикарашечка такая получилась. Это вот она, ну, наверное, в районе где-то, может быть, грамма весит. То есть если вот эти вот блесны взять, посмотреть, вот, скажем так, для наглядности. Здесь мне народ уже подсказывает, что вот кембрики можно не это, можно мушку, здесь там так поменять, здесь то. То есть все эти советы я слушаю, так как дело для меня новое, я уже говорил и повторюсь. Поэтому очень многих нюансов я не знаю, но думаю, с опытом это все придет, и все у нас будет хорошо. Это вот такая блесна. Это блесны атаквы, хорошо они себя показали. Это вот нулевка, то есть примерно размер можно посмотреть, да, что из этого получилось. Так, ну еще для наглядности, что можно, вот крэзи фишерские блесны, вот 1,5 грамма блесна. То есть вот она на фоне моей. Значит, я там уже фотографии, если кто хочет посмотреть, я там у себя на страничке ВКонтакте выкладывал, в Фейсбуке выкладывал. Там, в принципе, если кому-то охота будет рассмотреть более-менее, там можете глянуть, там народ комментарии пишет,
где что, как, что можно изменить, что можно добавить, как где будут работать. Ну вот что из этого моего увлечения получится, будем смотреть уже непосредственно на водоеме. Так что, как говорится, ждем тестов, пока делаем, пока тренируемся. Вот такие вот вертушечки клепаем и будем смотреть, какая рыбка на какие будет отзываться, по какой воде, где, что и как. Ну вот примерно как-то так. Будут какие-то вопросы, будут какие-то советы, пишем в комментариях, спрашиваем, задаем, советуем. В принципе, никогда ни от каких советов не отказывался. Кто-то может что-то где когда подскажет. Делать, как я уже еще раз хочу сказать, дело для меня абсолютно новое. Но думаю, сейчас подойдет кое-какой инструментик. Думаю, качество уже будет немножко другое. Навык приобретется. Ну и после тестовых рыбалок там уже будем смотреть, где что изменить, где какую мушку навязать, где какого цвета, где лепесточек изменить, где может быть с огрузочкой поиграть, с лепестками и так далее. Будем пробовать. Там уже, как говорится, как получится. Ну, надеюсь, что со временем и опыт придет, и навыки придут, и понимание придет некоторых нюансов. Ну, на этом, пожалуй, все. Всем пока!